Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? Всем гражданам мужского пола города Дербента. Вы мне скажите, что это за идиоты? Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет. Вы что, дебилы, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи Уголовного кодекса.